Привет! Попытаемся сегодня в третьей части вот это непобедимое создание на данный момент пока. Расстояние у нас между ногами, ну будем говорить 10, угол, пусть будет 125, нет, 115, пускай 115, подайте сзади это штанги, вон он лежит. Ага. Саша, померяй, что это все то же самое, ничего тут не приготовили мы заранее. Сначала ноль мне покажи. Покажи мне ноль. Стой. Ага, нажми ноль. Все, поехали. Измеряй. Ну вот ничего с ним вроде не произошло, да? Все, заматываемся. Хорош. Часть номер три. Будем в одной защите пытаться его зажать. Что-то не знаю, как-то ты сегодня голос ломал, не поверят нафиг. Я уже думаю, что писать там американцам, извиниться что ли? Ты теперь все слышишь, начинай со слова пардоньте. Ну пускай не сравнивают, ух, тут это же бред. Ну ее надо обязательно править. Не анализ. Сейчас закончу, я позвоню, и уровня есть возможность делать анализ металла. Что это такое? Дверь говорит, я тебя добьюсь. Понял, у меня резинка не хочет. Ну с этого не забирай. У них же там лаборатория есть. Мне кажется, сильно-то не тяни. Да надо, чтобы он потужен. Иван, у нас в институте попробуем на металл сделать. Какой? Он сейчас сам занимает в болотной стадии. А, ну... Ему будет интересно. У меня все эти поставили, все у него раз сейчас уже много. Хочется булат создать. И я думаю, как раз. В любом случае, все эти хромографы у нас на самом деле не настроены. Тяжко мотать, да? Там ты дело. Второй такой стержень нужен был. Да. Смотри, он странный. Видите, лучше взяли это сделать. Представляете, если бы смотрели бы. Обязательно приехал там где-то все провести. Да, чего в зал не приехал? Ничего. Ничего. Там есть себе передача, представляешь? Рекламу зала бы нашего сделали. Это не реклама, это просто для детей интересно. А что такое? Снимай. С чего? Серега, как страшнее. Американцы скажут, что это в России, в непонятном магазине. Саня. Сейчас самое главное, первое это максимально положится, потому что потом не потянет. Понял? Я думаю, после голдовки наберемся. Давай, проверяй. Или так будет положить. Кричать можно? Не, подождите. Не надо. От страха, если так. Я не могу заниматься, но я сорвали все. Я тебе сейчас кряк вроде. Давай попробуем еще с ним побороться. Миша, наш перс. В одной защите. Стержень из двух первых частей. Я готов. Поехали. Пошел, Саша! Все, чутка, не снимай. Ну вот так вот. Сегодня тот день. По-моему, готов. Смотри.
Покажи мне ее поближе. Ну все, наверное, давай еще одно дожатие. Ну, в общем-то, все четко. А есть у тебя же арматура американская? Что там? Да есть 5. Четко поставил. Есть. Ну все, короткая третья часть. Всем привет.